Мир отмечает День почты. С профессиональным праздником карагандинских почтальонов решила поздравить и наша съемочная группа. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. На сегодняшний день современная международная почта говорит на более чем 6000 языках мира и представляет самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она помогает наладить и сохранить личные связи. Хотя теперь у бумажной почты появился сильный конкурент в виде электронной, почтальоны не перестают отмечать свой профессиональный праздник. Поздравить с красной датой работников почты решил известный карагандинский фокусник Джонни Кайф. Так, друзья, сегодня Всемирный день почты, по этому поводу небольшая лотерея с конвертами. Вот смотри. Сейчас в одну из этих самых конвертов я отвернусь, да, положу $100. Опа, ну, что, на. Не в деньгах счастье. Это правильно. Жди, и они привыкнут. Ой, приплывут. Жди, и они приплывут. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Ты и так золото. Молодец. Деньги зло. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский.